И всем доброго времени суток, дорогие друзья. С вами я, Бенни, и мы с тобой продолжаем играть в Гаррис Мод. Да не просто Гаррис Мод. Это хоррор. Хоррор в Гаррис Моде. Такая, знаешь, нестандартная такая вещь. Иногда многие даже не знают, что такое существует. А если и знают, то думают, что существует только какое-то говно. Но, прошу заметить то, что я нашел какую-то достаточно страшненькую карту. Я не знаю, будь ли она настолько страшной, как обещается, но, по крайней мере, по внешнему виду видно то, что человек занимался этой картой, и за нами кто-то следит, кажется. Смотри внимательно. Опа! А он вот создатель карты. Хорошо. Тут, кстати, играет какая-то джазовая музыка. Хер его знает, палевная она или нет, или с авторскими правами, нет, не, короче, непонятно. А, я себе сразу говорю то, что выкрутил в Windows громкость, то есть в Гаррис Мод-то у меня как был, так и остался, я всегда на 65% сижу. Так, тут я... Это пыль! Опа, черт, я случайно ноклип включил. Так, давай прочитаем правила. Если ты включил кооп и карта светится, сделай себя уверенным и включи HDR на полную в своих настройках. Хорошо. Как играть? Найди ключи и открывай двери. Не используй никакие оружия, только используй свой флешлайт. И держи его постоянно на включенном состоянии. Ну хорошо, а тогда давай возьмем что-нибудь в руки. Допустим, давай кулаки возьмем, чтобы было по-честному, а то мы с Фицганом что-то ходим. Добро пожаловать в забытую психушку. Нажмите на кнопку, чтобы начать. О, какая. Ух. О, запустили. Все, давай, отключайся. Я чувствую, мы с тобой и обосремся. Блин, у меня что-то живот болит. Ладно. Ну, надо, знаешь, иногда бывает от смеха болит живот. Тебе бывало такое когда-нибудь? Смотри, мы, короче, мы делаем громкость побольше. Вот так вот. Отлично. Отлично, отлично. Так вот. По внешнему виду это сложно сказать, что это психушка. Хотя, ну, в принципе, по закону жанра тут плитка везде. Что-то обвалилось. Мы, походу, сверху ушли и упали. Ух ты! Я френч какой-то подобрал. Я так... Подожди, это был шестигранник. Так, я, короче, экстрасенс. Дрогнул немного, не дрогнул, но это фигня. Я-то думал, что-то посерьезнее будет. Это нас разогревает потихоньку. Если карта хороша, мы будем сраться не спеша. Хо! Нифига себе! Рифмоплет! Тебе нужно найти ключ, чтобы открыть эту дверь, если я прочитал, успел. Да, тут нет никакого прохода. Ты знаете гаррисмодовские карты. Ну-ка, давай в эту, кстати, часть зайдем. Закроем за собой дверь на всякий случай. Ну, если тут нет оружия, то, скорее всего, на нас не нападать никто не будет. Это, получается, только нас пугать будут. И всегда меня пугали вот эти детские рисунки. Ну, хотя тут ничего страшного особо нету. Типа семья, мама, папа, сестра и младший брат. У него даже лица не видно. Так. Кровяка. Ну, так. Волки воют. Да, я в психу... А что ты тут делаешь? Тебя ее ж не было, да? На, телек посмотри. Картина. Ну-ка. Нет, эта шпала нам не нужна. О, это, возможно, нам понадобится. Хорошо, сейчас. Опа! Видал, красные глаза за нами наблюдают. Да ладно. Ну, трупак, ничего страшного. Записка? Нет, не записка. А что страшного, я не могу понять. Вы будете нас пугать или нет? Чуть не страшно, друзья. Ну что такое? Вроде оформление хорошее, значит, у карты. А нифига не пугает. Я должен к чему-то готовиться?
Надо просто, знаешь, постоянно находиться на позитиве. Вот так вот. Из стороны в сторону. Вот так. Оп, оп, оп. И потом ждать, вот когда нас что-нибудь напугает. То красные глаза вообще не пугают. Походу, смотри, они на нас смотрят оттуда, куда нам нужно идти. Слишком частые скримеры, это, знаешь, это уже... Это клише. Клише самых плохих хорроров. Дружище, я ожидал от этой карты чего-то жесткого. Ключ. Колыбелька? Ой, давай без колыбельной. Вот давай только без колыбельной. Ну хотя ладно, дадим им шанс нас напугать. Так. Наверное, надо дождаться, когда музыка закончится. Полтергейст. А что нам открыть-то надо? Может, проход есть какой-нибудь? Нет, нет прохода. Прекрати работать! О! Перестала работать. Ну-ка, давай открывай дверь. Не страшно! Хватит меня одним и тем же пугать. Что-нибудь новое давайте. Так, тут, кажется, дверь была, и теперь ее нету. А, нет, мы отсюда пришли. Хорошо. Так, надо сейчас посмотреть все двери, которые у нас не открывались. Так, вот мы пришли... оттуда. Значит, пойдем сюда. Так, не понял. Тут открыто. Тоже открыто. Тоже открыто. Только тут бэби какой-то лежит. Бэби нам не нужен. Ладно, тут все двери, короче, мы открыли. На! Ушатал, прикинь, с одного удара. Хоп! И в нокаут. Будет знать, как пугать меня. Так, все, мы тут все обследовали. Это Леонид? А, блин, я отключила Дона эти. Так, тут у нас никого нету. Сейчас вот так выйдем, и тут кто-то сидит. Нет, прикинь, не сидит. Он насмотрелся телека. Что это было за секс-игрушка? Что это было вообще? Она пытается нас напугать чем-то своим очком, когда очком была повернута. Если автор считает то, что это страшно... Я не знаю. Не курить. А нам, значит, надо покурить. Опа. Ну это неспроста же тут лежит, вот так вот отодвинутая. Ладно, возьмем на всякий случай с собой. Так, вниз идем. Так, опять красные глаза. 2D-шные. Ой-ой-ой, не теряй. Будки. Типа закрыто. Ладно. Трупак, ладно. Подожди, а его надо смотреть. Ничего у тебя нету? Нету. Надо заг... Да вы достали! Даже ни одного скримака нету! Просто так... Давай мы тебе за место этого положим шестигранник. Подожди, подожди. Не возмущайся. А где шестигранник? Где? Ладно. На. Пятюню ему дал. Подожди, это что? Это Лиана у нас, да? Мы сейчас будем мы Джигачгук меткий глаз будем. А нет, мы Тарзан. Ну мы ключ просто нашли. А чего ключ? Ну что, под экстази? Ну ладно, пойдем отсюда. Тут что-то ничего интересного вообще нету. Ну хотя бы, знаешь, тут нет... Они пытаются меня напугать, да? Женщина. Ну-ка. Да я не это хотел взять. Ладно, наш главный герой может поднимать только эти коробки. Так, нам надо туда проникнуть как-то. Или не надо? Сейчас пройдем. Ну давай, скримак! 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 Нет, ну ладно, пока туда идти не будем, посмотрим, что наверху. А тут закрыто, да? Ну конечно, этой двери нужен ключ. Это, знаешь, это стандартный такой хоррор, где просто ищешь ключи. Просто ищешь ключ. А я ведь сдохнуть могу. Давай сдыхать не будем. Опять красные глаза.
это кто был, Майкл Джексон, что ли? Я чуть не успел разглядеть, что это было. Ладно, нам, скорее всего, надо вот тут идти по центру. Мы нарушаем, видать, правила. Мы действуем не так, как задумывал автор. Ладно, давайте будем действовать. А, опять ты это? Fallout 76. Давай, вот, все, затихо. Так, ключ взяли, все, выходим. Так, уважаемые. Это, походу, охранник. Мне нужно найти лом. Лом, значит, надо найти. У тебя нет лома? Это охранник, ладно. Блин, надеюсь, ты не будешь слышать, как у меня соседи там ремонт делают. Что-то сверлит, просверливает мне что-то. О, ну United States. Мы как всегда в United... Заметь, всякая хрень происходит всегда именно в Америке. Вот во всех фильмах практически. Может, иногда бывает там какой-то призрак ядерным взрывом отбросило куда-нибудь в Европу. Или может вообще в Китай. А ну в Японии еще страшные эти есть. Вот лом, отлично. Мы теперь Гордон Фриман. А я же мог взять вот так просто взять лом и все. Но это будет нечестно. Он говорил, чтобы я не брал оружие никакие. Че за звуки? Давай ты не будешь. Она изначально так была или нет? О, меня закрыли. А, так мы тут были. Здорово. Ну, сейчас мы просто обратно вернемся. Мы нашли какой-то ключик. Ключик нашли, это хорошо. А я не помню, там вообще нужно... А, там наверху есть ключ. Все, я вспомнил. Давай. Так, а куда нам надо... Нам кажется, вот сюда... А, нет, нам не сюда. Вот смотри, мы оттуда пришли. Может, сюда? Так, снова сила джедая. А, так это... Ё-моё, мы на спавн пришли! Но на спавн нам не нужно. Нам на спавн не нужен. Надо снова вниз спуститься. Хотя мы отсюда пришли. Не, если мы отсюда пришли, тогда нам нужно подниматься куда-то наверх. Допустим, вот сюда. Сейчас быстренько за спидраним как. Да-да-да, вот все, проход. Сейчас тут что-то откроем. А, это музыка кончилась. Я думал, что что-то будет страшное. Ну давай, скримак. Это да, опять нужен ключ. Кто оставил психушку с закрытыми дверями и разбросал их по всей психушке? Кто-то специально, видать, хотел вот напугать главного героя. Ничего нету. И тут ничего нету. Надо внимательно. Нет, мне страшно. Снос. А что сделать надо? А, тут типа людей убивали. Мы что, в гестапо? А вот гестапо это... Нет, это концлагерь, скорее всего. Не надо нам концлагеря. Это же этот, как его? Мужик, ты что делаешь? Он ненормальный какой-то, надо у него ножницы забрать. Он, видать, в камень-ножницы-бумага переиграл. И всегда использует ножницы. Ножницы не бьют ногу. Дебил. На. Надо как-то спасти его ногу хотя бы. Оп. Ладно, будем думать, что он смотрит Севка в ТВ. На. Скучноватая карта немного. Ну хоть... Ой, опять, да вы одни и те же скримаки. Одно и то же. Ну что, где... Где скримеры? Почему мне не страшно? Я человек, знаешь, я даже уже... Мне если вначале немного мурашки по коже шли, а сейчас вообще ничего нету, понимаешь? Что-то в комментариях писали... У-у-у, страшно! У-у-у, сука! Но нет! Нифига не страшно. Вообще не страшно. Да. Давай. Снова ключ. Давай, теперь мы сейчас вниз должны упасть, да? Нет, не должны. И куда нам теперь идти? Да все, я каждый раз думаю, что сейчас наконец меня кто-нибудь напугает. Потому что когда музыка кончается. Мужик пропал, убежал.
Ух ты, у меня аж на мурашки по коже пошли немного. Допустим, это типа меня пытается напугать. Допускается такую возможность. Это, знаешь, это скорее всего, это какой стиль? Типа они меня не пугают, а потом резко как напугают, я обосрусь. Да? Снова красные глаза. Ой-ой-ой. Давай, уезжай отсюда. Блин, вроде звуки страшные. Это все сделано для того, чтобы напугать меня. Но нет. Ничто не соизволило меня напугать вообще. Карта что-то не может передать мне атмосферу эту. Либо я слишком хорошим настроением, либо я не знаю. Подожди, сюда надо ключи, да? Вот скотина, только один раз показала мне сообщение и все. А вдруг я не умею читать по-английски? Ладно, я хоть умею читать, я вообще его знаю на 100%, но блин. А ну английский, кто не знает английский? Все знают английский. Давай! Скримак, давай мне скримак! Ну я ожидаю скримак, смотри. Он сейчас будет. Опять вум. Я прям буду вглядываться. Это было неожиданно. Это было неожиданно. Это меня, наверное, больше напугало, чем все скримеры за всю игру. Закрыто. Еще один ключ. Почему в психиатрической больнице сидят куклы? На! А, вы слышите, дверь открылась? Музыка не надо играть. Вот, ну зачем? Вот сейчас музыку наиграет тут, а потом меня блокировать будут миллион раз. Ну вот зачем мне это нужно? О, мы обратно на спаун вернулись. Грустная музыка. Кольщик, накали мне... Ебать, напугала меня сейчас. Ух, вот это, наверное, самый страшный момент был во всей этой карте. Иду такой, знаешь, думаю, это растение какое-то. Смотрю, а там реально прям свибло такое страшное. Женщины нету. Это, походу, этот... Смотрел зеркала кино? Там была такая тетка, которая пугала всех. Она в монахине, кажется. А не, демон жил в зеркале? Will to explore map without jumps. А, типа, изучить карту без этих, как его? Без этих, ну ты понял, без скримеров, без скримачей. Так туда мы не можем пойти. Хорошо, мапу создал White Knuckles. Это первый... это белый... Knuckles, это же этот... Как его? Knuckles. Это же это, Уганда. Типа, ты do you know the way? Потом зеленый-красный... Зелено-красный проверял карту. BFG тень волка тестировал. И тестировал и идеи давал. БФГ тень волка и грин красный. Что-то плохие идеи давали, видать. Потому что единственная страшная вещь на этой карте это вот эта баба, которая пугает. И все это, понимаешь, 20-минутная нифига не страшная карта. От нее большего ожидаешь, конечно. Она рушит все ожидания. Эта карта разрушила мое ожидание о себе. Вообще, я думал, сейчас буду кричать, визжать тут, так как не знаю кто. Я зачем памперсы одел? Чтобы испугаться. Вот такие дела. Так что, если тебе понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу в Steam, вступайте в ВКонтакте, в группу ВКонтакте и вступайте в сервер в Discord. Все, всем удачи, всем пока.